8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента от 7 июня 1999 года. Праздник появился в год 275-летней годовщины с момента основания Российской академии наук. Свою историю это учреждение отчитывает с 8 февраля 1724 года, а инициатором ее основания был император Петр Великий. С тех пор и по сей день развитие науки не стоит на месте, а наша страна дала миру множество великих имен в математике, физике, химии, биологии и многих других сферах. В этот день губернатор Свердловской области поздравил представителей научного сообщества региона с их профессиональным праздником. Цитата. Наука – важнейший драйвер инновационного роста российской экономики. В современных условиях развитие науки выступает ключевым фактором обретения технологического суверенитета, достижения импорта независимости. Свердловская область – один из крупнейших научных центров страны. В регионе работают свыше 120 научных, образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, в которых научными исследованиями и разработками занимаются порядка 20 тысяч человек. Отметил Евгений Куйвашев. Новоуральск – город, который строила научная и техническая интеллигенция страны. В далекие 40-е годы именно здесь было решено строить секретный завод с уникальным производством в атомной энергетике. Предприятие во все времена было еще и серьезной площадкой для научных изысканий. Помимо ОХК, эту сферу гордо представляет научно-производственное объединение «Центротех», которое за последние годы вошло в число лучших промышленных и машиностроительных заводов нового типа и другие предприятия контура госкорпорации «Росатом». Предприятиям удалось разработать и внедрить множество прорывных технологий в атомной отрасли и не только. Учить мастерству новые поколения работников промышленных площадок помогают учебные заведения города. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который в прошлом году отметил свой юбилей, вот уже 75 лет готовит умелых инженеров и технических служащих. Также в учебные программы городских школ внедряют мероприятия научной направленности, развивая в юном поколении Новоуральска интерес к особенностям производств. В честь Дня науки в Новоуральске пройдет множество различных образовательных и культурных событий. Одно из них, к примеру, прошло в стенах музейно-выставочного центра. Подробнее об этом и о других событиях расскажем в ближайших эфирах.